Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году в регионе стартовала 6 июля. Все городские школы уже проинспектировали и приняли сотрудники пожарного надзора. В каждом муниципалитете создали комиссии по приему учебных заведений. С работами и проверками заходят также в детские сады, организации дополнительного и профессионального образования. Всего приведут в порядок 777 организаций. Общая сумма, выделенная на подготовку, ремонт помещений и закупку оборудования, почти 1 миллиард рублей. Финансируют работы из федерального, областного и муниципальных бюджетов. Вот в этом году мы 1 сентября откроем 61 точку роста. То есть это требует серьезный, качественный, современный ремонт кабинетов в сельских школах. И оснащение мы приобретаем за счет федеральных средств. Кроме того, мы создаем условия для дополнительного образования в рамках нацпроекта «Успех каждого ребенка». Разные направления – это и робототехника, и обработка древесины, и программирование. Все эти изменения требуют повышения мастерства педагога. В этом году на базе Ульяновского государственного педагогического университета имени Ильи Николаевича Ульянова откроется новый центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Уже с 1 сентября здесь каждому учителю будут помогать выявлять слабые места в педагогической практике и с учетом этого разрабатывать для него индивидуальную образовательную программу. На данный момент сейчас идет ремонт. 600 квадратных метров выделено под центр, под наш центр. Это первый, второй этаж нашего с вами здания, известного всем, на улице 12 сентября. И хочу сказать, что на данный момент закуплено оборудование современное, закуплена техника. И 1 сентября мы встретим учителей в очень красивом современном здании. Учебные классы, лектории и медиатека – новые подходы в повышении квалификации педагогов дадут возможность сделать этот процесс непрерывным. Это важно с точки зрения меняющихся потребностей учителя и требований общества к этой профессии. Работы по подготовке к новому учебному году планируют закончить до 15 августа, чтобы уже 1 сентября взрослые и дети смогли зайти в обновленные классы. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.